Там, может, что-то и ловят. Сколько здесь ходил, не знал, что здесь подземный переход. Офигеть. Санаторий «Бирюза». Санаторий «Бирюза». А улица не знаю какая. В конце там увидим. По-моему, администрация слева. Улица Глинки. Она называется. Это улица Победы. И вот смотрите, Пятерочку строят. Уже столько магазинов в Лазаревском. Вот Пятерочка. Подожди, или она была? А я что-то не видел раньше, не знаю. Ну-ка подскажите. А я думал, строят. А там фрукты уже в магазине лежат. Она была, наверное. Я думал, новая. Получается, школа 80. Да, новая Пятерочка строится. Сказали мне сейчас. Длинное видео получилось, ну ладно.